Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я сегодня вас поздравляю с замечательным праздником. Поздравляю вас, девочки мои дорогие, с Рождеством. Желаю вам здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы только ваши любимые, дорогие, близкие вас окружали. Желаю мира вам, вашим близким. У нас вчера был снежок, я показала вам несколько отрывков. Мы съездили, покатались на санках, и, конечно же, снег сегодня уже растаял, но я надеюсь, что на этой неделе мы поедем кое-куда. Не буду заранее говорить, потом вам все покажу и расскажу. Поэтому я надеюсь, что снег мы скоро увидим снова. И вчера в Швеции тоже был праздник, 13 дней со дня шведского Рождества, и мы отмечали у свекрови, поэтому я немножко запоздала с видео. У нас сейчас проходят грандиозные распродажи, точнее, они уже подходят к концу, и как только мы отметили шведское Рождество, я сразу же побежала за покупками, точнее, все покупки я делала по интернету, и вот мне потихонечку все уже дошло. Хочу с вами поделиться. Я сама люблю смотреть такие видео, потому что можно почерпнуть много идей, что именно лучше всего покупать на новогодних, рождественских распродажах. Я начну с текстиля и товаров для дома, потому что это моя любимая категория, и в прошлом году на рождественских распродажах я ничего не покупала, то, что именно связано с новогодним декором, и в этом году я очень об этом пожалела. Точнее, вот когда украшала дом к Новому году, я подумала, ну почему, Алина, ты не купила вот это, не купила вот это в прошлом году, не было бы так это все затратно в этом году. Поэтому, девчонки, если вы планируете что-то на следующий год, там, поменять шторы, поменять подушки, смотрите уже сейчас. Я так и поступила. Я заказала шторы в магазине H&M Home. Девчонки, к сожалению, их там уже нет. Я искала и на нашем сайте, и на российском сайте, но я нашла похожие шторы на сайте Bonprix, поэтому просто заходите в Google, ищите шторы с елкой, и Bonprix сразу же выбивает эти шторы, очень похожие. В H&M следите, смотрите, может быть, они вернутся. Это замечательные шторы, я купила две упаковки, они продаются поштучно в упаковке. Это вот такая штора с елкой. Она выглядит как живая настоящая елка в лесу. Это 100% хлопок, и выглядит этот материал как будто лен, как будто это льняные шторы, такая текстура. И цвет тоже льняной. И вообще это очень круто смотрится. Я в этом году украшала кухню в традиционном стиле, а также в таком классическо-гламурном, если можно это так сказать. То есть консоль и витринный шкаф у меня были в традиционном стиле, красный,
зеленый, там какие-то гномики, человечки. А окно было в таком более гламурном стиле, много шаров, красивые бархатные шторы с блестящими такими вставками, подушки в стразах на кушетке. В следующем году я хочу всю эту зону украсить в традиционном стиле, и вот эти шторы мне особенно напомнили традиционное Рождество. Вот так вот выглядит эта елочка на фоне. Эти шторы — это прям рождественская классика магазина H&M Home. Это вот прям в их стиле. Но опять же, если поискать, можно найти еще. Также вчера мы заезжали в магазин, чтобы купить свекрови подарок. Такой символический подарок в виде прихватки в кухню, две штучки, и набор полотенчиков также в кухню. И я увидела там наволочку, от которой я осталась без ума. Это подушка, это наволочка на подушку, размер 50 на 90, то есть она очень-очень длинная. Я ее также оставлю в следующем году на кушетку в кухню. Тоже очень такой традиционный мотив, красная клетка. Я очень соскучилась по красному цвету на Рождество и Новый год. В этом году прям все говорили, что нельзя красный цвет, хотя я в это не верю. Захотела все сделать в цвете розовое золото плюс темные акценты, но я знаю, что уже на следующий год у меня будут красные акценты во всем доме. И поэтому готовимся к следующему Новому году, с этого Нового года. И на этой наволочке написано «Baby, it's cold outside». Мне кажется, будет просто очень здорово, особенно вот в нашу кухню туда вписывается вся эта традиционная тематика. Эту наволочку я брала в магазине Hemtex. Я думаю, что что-то подобное с этим принтом вы также можете найти у себя. Наволочка на подушку «Красная клетка». Я бы так бы искала, и я думаю, что-то подобное вы найдете. И, кстати, в H&M Home продаются обычные размеры 50 на 50, тоже похожий принт. И я также заказала в магазине Hemtex постельное белье на нашу двуспальную кровать, тоже вот в этой клетке, в этом же цвете. Мне уже не терпится, я думаю, что я уже сейчас его перестираю и постелю, потому что этот цвет безумно уютный, очень приятный, и вот такой вот прям, не хватает камина, огромных сугробов, закутаться в это одеялко. Вот такие наволочки с таким принтом, очень красиво, и мне кажется, вот вообще на весь осенний-зимний период подойдет шикарно. Опять же, девчонки, я думаю, что подобное постельное белье очень легко найти. Но для девочек, кто живет в скандинавских странах, это магазин Hemtex. Также в магазине Hemtex я заказала набор наволочек. В наборе было две штучки. Я не знаю, почему оно шло в новогодней коллекции. Возможно, потому что это бархатная подушечка, но она у меня ассоциируется именно с весной и летом. А также, если вы помните, мои шторы, которые у меня все лето были в кухне, шторы из магазина IKEA с голубенькими цветочками, я представила эти подушки именно на кушетке в кухне. Мне кажется, это будет просто идеальное сочетание. Но каково было мое удивление, когда я заказала набор из двух штук, но мне походу по ошибке либо в подарок положили еще одну. Я настолько была рада, господи, они такие красивые. В общем, у меня теперь три таких наволочки, и я не знаю, может быть, я буду ими украшать летом подушки в зале, точнее, переодевать подушки в зале, потому что у меня как раз-таки на диване три подушки серые, декоративные, и тут три вот этих. Я не знаю, подумаю, посмотрю, потому что мне очень нравится этот принт, и я его смотрела именно на кушетку, именно под наши шторы. Что касается текстиля, то с этим все. И вот это такая хорошая категория, которую можно покупать сейчас на рождественско-новогодних распродажах, потому что все это очень дорого стоит по полной цене. То есть постельное белье я купила по 50% скидке. Сами понимаете, это очень здорово. Вот эти наволочки мне обошлись буквально, по-моему, 5 или 6 евро. Первоначальная цена была около 25 за набор.
шторы H&M Home, тоже я их купила сейчас за 10 евро, а они были по 20 евро, то есть все это можно купить по 50-70% скидке запросто. И обычно текстиль действительно дорогой. Также обратите внимание на полотенчики, кухонные полотенчики, если вы хотите вот все к Новому году украшать. Текстиль — это то, что прослужит вам долгие-долгие годы. Это не игрушки, которые разобьются, и это актуально всегда. Поэтому лучше всего это покупать именно по распродажам. Надеюсь, что у вас, девчонки, тоже есть эти распродажи. И, конечно же, я не могла пройти мимо новогоднего декора. Вот в прошлом году меня просто как отрезало. Я вообще не хотела ничего покупать в январе. И опять же, очень пожалела. Хочу сказать, что игрушки на елку я не покупала, но я купила нескольких персонажей. Посмотрите, какие они классные, они тоже были дорогие, но я их купила по 70% скидке. И поэтому они мне обошлись прям бюджетно. Это вот такой олень замечательный в розовой одежде. В следующем году я планирую украшать комнату Эмилии, которую мы сделаем в этом году. И, конечно же, я хочу украсить елку, сделать ей такую девчачью елочку принцессы. Поэтому я думаю, вот такой олень замечательно подойдет Эмилии под елку на следующий год. Также взяла вот такого гномика ему в пару, точно в такой же одежде. Тоже 70% скидка, просто супер. Поэтому, девчонки, обращайте внимание сейчас вот на таких Дедов Морозов, каких-то гномиков, каких-то оленей. Они тоже очень дорогие. По-моему, этот олень изначально был 35 или 40 евро, но я бы точно не купила бы этого оленя за 35 евро. А я его взяла там около 7-8 евро, поэтому супер. Гном то же самое. Этих товарищей я брала в магазине XXL Lutz. И в этом же магазине я не могла пройти мимо вот такой красоты. Я на нее смотрела еще в ноябре, но так и не взяла. Мне очень нравится наша звезда. У нас сейчас на елке, я ее не помню где покупала, по-моему, в Юске в прошлом году. Она светится, но я не уверена, что в Юске. В общем, девчонки, я ее покупала в прошлом году, она на батарейках, и она светится. Это очень классно, потому что мне нравится то, что елка светится вся. Потому что вечером иногда так кажется, что вот елка стоит, а наверху ничего нет. Я люблю украшать верхушку елки. То есть для меня это почти обязательный пункт, чтобы наверху что-то было. Я знаю, что многие сейчас не украшают, не ставят ни звезду, ни какую-то верхушку, но мне нравится. Поэтому я приобрела вот такую замечательную верхушку. Она на самом деле идеально бы подошла бы под мою елку в этом году. Она такая же элегантная, изысканная. У меня в этом году елочка именно такой и получилась. Здесь такие бусины красивые. Ну, посмотрим, применю я ее в следующем году куда-то. Вообще такая универсальная вещь, можно сделать какую-то подделку из этого всего. И взяла две верхушки. Я одну розовую, пойдет к Эмилии, и одну золотую украсить елочку. Возможно, мальчишкам буду украшать елочку, точнее, невозможно, а скорее всего так и будет. Либо куда-то еще, знаете, елок много не бывает, и верхушек тоже. И также в этом же магазине XXL Lutz взяла вот такую лошадку. Вы спросите, почему взяла только Эмилии? Да потому что там уже ничего другого не было такого, знаете, чтобы и мальчикам подошло. Решила уже, ладно, есть это, буду брать. Взяла все розовенькое. Мальчишки не обиделись, я сразу это убрала. То есть они с этим не играют. Я объяснила, что это на следующий Новый год. Вот такая лошадка, она жемчужно-розового цвета. И прям милота. Мне не терпится уже сделать комнату Эмилии. Вы, девчонки, не представляете. Я себя держу из последних рук. Хочу это сделать ей на день рождения в марте. И последняя позиция из новогоднего декора. Вы сейчас будете очень сильно смеяться, но это могла купить только я в середине января. Это вот такие хвойные ветки. Я их когда вчера увидела, точнее увидела их цену, я подумала, боже мой, я такая была счастливая, вы не представляете. Купила сразу три штуки. Одна такая веточка у нас стоила, девочки, 13 евро. 13, первоначальная цена. Я когда это увидела в ноябре, мне чуть дурно не стало. Ну кто будет покупать эту ветку за 13 евро? Нет, ну кто-нибудь может быть и купит, но извините.
Сейчас у них цена 3,5 евро. И я вам хочу сказать, что это бюджетно по сравнению с тем, что представлено на рынке за такое качество. Во-первых, вы знаете, я не люблю веточки ПВХ, просто потому что у нас они продаются некачественные. Если у вас продаются качественные гирлянды ПВХ, елки ПВХ, это очень круто, пользуйтесь, они пушистые и классные. Но у нас чаще всего это какая-то облезлая жуть, вот серьезно. И лучше я ничего не буду украшать, чем положу вот эту вот облезлую жуткую гирлянду, вот серьезно. Мне даже в этом году было стыдно на улицу вешать эту облезлую жуть. Вот прям, я не понимаю, почему делают сейчас такие некрасивые ПВХ гирлянды. Что-то вот такое литое, здесь иголочки прям пластмассовые, как у хвои. Что-то такое литое, оно очень дорогое, либо представлено не везде и в каких-то единичных экземплярах. Я прям мечтаю о какой-то гирлянде большой литой. Ну вот в Юске в этом году я покупала, там хороший был выбор. И то ездила, искала по всему городу, в начале декабря уже все закончилось. Но опять же, когда я увидела эту красоту, я сразу взяла 3 штуки. У них там стояла такая большая корзина, я сразу пол корзины и забрала. И, во-первых, они будут классно смотреться и вот так, просто в вазе. Во-вторых, если положить вот так на какую-то поверхность горизонтальную, на комод, например, или на консоль, тоже отличное украшение. Можно придумать все, что угодно с этой красотой, украсить у входа как-то, у зеркала. В общем, по-любому можно сделать, но действительно очень качественные, красивые ветки. Таких я нигде не встречала, поэтому с удовольствием их взяла. И, конечно же, каждый год по распродажам я беру какую-то одежду. Вы прям меня забросали комплиментами и в Инстаграме, и когда я записывала поздравления по поводу этой блузки. Я вам хочу сказать, девчонки, что это идеальная блузка, точнее, идеальный фасон для моей пропорции. Эта блузка каким-то чудным образом балансирует весь силуэт. У меня сразу появляются плечи, оформляется грудь, назовем это так. Любые какие-то недостатки скрывает вот эта нижняя часть в виде юбочки. Очень классная линия талии. Обратите внимание на эту линию талии. Когда она идет вот таким полукругом, это супер-мега-классный фасон, потому что он действительно скрывает все недостатки. Также, если у вас, допустим, полные руки, то вот такой рукав тоже их замечательно скроет. Этот фасон действительно подходит девушкам с любой фигуры. Если вы яблоко, то он скроет животик, если вы груша, то он балансирует ваш верх, то есть он придает немножко объем. Если вы песочные часы, то это просто какая-то конфета. Очень классная блузочка, покупала в шведском магазине Bubble Room, по-моему, так называется. Но, опять же, девочки, ищите по силуэту, ищите по вот такому фасону, и вы не прогадаете. И в этом же магазине, я там, кстати, заказывала всего, это вот был мой второй заказ, но там очень красивые вещи. И не знаю почему, но я в интернет-магазине редко заказываю одежду, мне кажется, что я постоянно прогадаю с этим всем. Я взяла себе летний костюм, тоже такой пункте, что брать на новогодней рождественской распродаже, летнюю одежду, ее там очень много, по крайней мере у нас. Я взяла такой замечательный костюмчик, это брюки и вот такая блузочка, похожий фасон с предыдущей блузкой, только здесь блузка с запахом. Единственный минус, декольте слишком выраженное, туда нужно надеть либо какой-то топик такой базовый, беленький, например, либо как-то подколоть, что-то сделать, если слишком жарко на улице, ничего не хочется надевать под низ. В этом костюме можно выйти вечером на прогулку, можно его взять с собой в отпуск, можно в нем даже дома ходить, потому что он, во-первых, не марки, такие яркие цвета. Ой, это очень красиво, женственно, и он удобный. Эти свободные брючки, блузочка. Я люблю дома ходить в таких костюмчиках и люблю дома также выглядеть красиво. И гвоздь программы — это моя новая обувь. Извините, девочки, я не выдержала, я ее уже надевала вчера и сегодня, когда отвозила детей в садик.
Вот такие ботиночки, они выглядят как сникерсы, только это зимняя обувь, водонепроницаемая. Там искусственный мех, это искусственная обувь, но они такие теплые. Мы вчера катались на санках, и я пришла домой, у меня давно не было вот этого ощущения, что я прихожу домой с холода, а у меня теплые ноги, теплые. Это так круто, и все, что выглядит как сникерсы, это моя любовь. Я обожаю сникерсы, обожаю этот фасон. Круто. Единственное, что я, конечно, не очень люблю шнуровку, но что поделать? Красота требует жертв, придется потратить на минуту больше времени, когда с утра куда-то бегу. Эту обувь я также купила к нашей поездке предстоящей, надеюсь, что все сбудется, и взяла варежки, тоже их вчера брала, тоже, девчонки, все по 50-70% скидкой, варежки очень теплые, брала в спортивном магазине. Если вы вдруг живете в Швеции и спросите меня, где брала обувь, то это магазин Din Sku, это шведская фирма, как я поняла. Линер, это та же фирма, где мы берем всю детскую обувь. Здесь присутствует шерсть, внутри искусственный такой мех, как бы плюшевый. И мы вчера и в снежки играли, и строили снежную бабу, и они не промокли. И последняя позиция на сегодня, это, девчонки, новая косметика. Хочу начать с этой помады, она сейчас у меня на губах. Это помада MAC в оттенке Viva Glam 2, две палочки. По-моему, у них есть Viva Glam 1, Viva Glam 2, Viva Glam 3, я не уверена, но по-моему так и есть. Это супер обалденная помада на каждый день, потому что у нее сатиновый финиш, она очень приятна на губах, она очень комфортна на губах, я ее не чувствую. Такое чувство, что это просто мои увлажненные губы. Я думаю, вы со мной согласитесь, когда вы наносите матовую помаду, там все понятно, губы стянутые, это какие-то неприятные ощущения на протяжении всего дня, по крайней мере у меня так. Если это какой-то блеск или какая-то очень кремовая помада, то я ощущаю тяжесть на губах, мне хочется это смыть. Вот тяжесть, какой-то жир непонятный, такое чувство, что мои губы расплываются по всему лицу. Это самая комфортная помада, которую я когда-либо пробовала. И она очень универсального такого нюдового оттенка. Я думала, что она с коричневым подтоном, но я бы сказала, что она коричневая с розовым подтоном. Сделаю вам сводчик на руке. Даже какой-то подтон у нее, как у чайной розы. Очень удачная помада, девчонки, просто супер. Я ее нанесла на карандаш MAC Subculture. И взяла тональный крем от Estee Lauder. Я давно смотрела на этот крем. Ося его тоже очень советует. И не знаю, почему я его не купила раньше. Вы знаете, как я люблю Estee Lauder Double Wear, но последнее время я понимаю, что на каждый день это too much. Он бесщадно забивает поры. К сожалению, этот тональный крем тоже немножко забивает мои поры в области носа. Но я нашла выход из этой ситуации. Сейчас вам расскажу такой мини-лайфхак, но остановлюсь на этом тональном креме. Это идеальный тональный крем с сатиновым финишем. Там, где надо, он ложится матовым. Там, где вы не хотите, чтобы он блестел, да, то есть, ну, матовый в хорошем смысле слова, как будто это такая ваша чистая, красивая кожа. Он имеет эффект свечения изнутри, там, где хочется этого, на скулах, немножко на носике, но не блестит, а именно свечение. Красивое, благородное. Это легкое покрытие, он не перекрывает все, но я этого и не хотела. Он идеально, точнее шикарно просто наслаивается. Его можно наносить в несколько слоев, и он не стирается. Я не знаю, это какая-то просто магическая формула в этом креме, девчонки. Я вам его реально советую от души. Он наносится просто вот так, хоп, и все. За 2 секунды, и у вас идеальная кожа. И что хочу сказать, к сожалению, он тоже мне забивает поры на носу. Не так, конечно, беспощадно, как Estee Lauder Double Wear, но я нашла выход из этой ситуации.
У меня есть CC-крем от IT Cosmetics, и мой косметолог мне посоветовал, что это именно тот CC-крем, который не забивает поры. И да, я действительно им сейчас пользовалась после чистки лица несколько дней, и поры у меня не были забиты. Но когда я нанесла этот тональный крем, вечером у меня поры были немного забиты вот в этой области. И что я стала делать? Именно на область носа и немножко здесь, где есть поры, которые забиваются, я наношу CC-крем IT Cosmetics. Это тот CC-крем, который шикарно подстраивается под цвет вашей кожи. Я вот просто беру капелюшечку и именно на область носа я наношу его. А уже на все остальное лицо я наношу вот этот крем. Возможно, кому-то это покажется глупо или слишком сложно, но для меня это действительно наилучший выход, так как здесь очень легкое, приятное покрытие, то оно все так хорошо между собой сочетается и сливается воедино, поэтому для меня вот этот лишний шаг нанести на кожу вокруг носа, для меня это не проблема, просто я распределяю потом этот крем на остальную часть лица, и, девчонки, это моя любовь. У меня Estee Lauder Double Wear в оттенке 2N1, этот я взяла тоже в оттенке 2N1, но вы должны проконсультироваться у вас в магазине, потому что они не соответствуют. Он идеально подстраивается под цвет кожи, но 2N1 именно в этой версии более нейтральный. Все-таки 2N1 Estee Lauder Double Wear, несмотря на то, что N это нейтральный оттенок, он все равно немножко тепловатый, и он мне больше подходит на начало лета, скажу так, на осень. Летом, наверное, мне захочется что-то более теплое. Но посмотрим, опять же, он идеально подстраивается под кожу и тоже идеально подходит под нашу такую светлую славянскую кожу. В общем, да, девчонки, я поделилась с вами своими покупочками. Я вас еще раз поздравляю с Рождеством. У меня сегодня важная лекция, мы защищаем проект, поэтому я сейчас уже побегу готовиться, и на следующей неделе у меня последний экзамен, и наконец-таки этот курс будет пройден. Ну а мы с вами скоро увидимся, я надеюсь, в самом атмосферном, зимнем, сказочном видео. И огромное спасибо за просмотр. Муа!